Анатолий Лоханов – продолжатель традиции детского хоккея с мячом. Человек и тренер с большой буквы. Так отзываются о нем коллеги. Хочу напомнить, что дважды он был серебряным призером России среди юношей. В те годы, когда действительно хоккей с мячом у нас даже в области был в упадке. Сделал большое дело, что традиции сохранились. И для города это значимая фигура. Анатолий Лоханов признался, что и не помнит, когда впервые встал на коньки. С 15 лет Анатолий Александрович уже вышел играть за ульяновскую команду «Волга». Затем тренерская работа с детьми. Я отдал хоккею с мячом всю свою жизнь. Вот. Я кроме хоккея ничем не занимался, поэтому я думаю, что я не напрасно прожил жизнь. И в хоккее точно. Димитровград – спортивный город. У нас много выдающихся спортсменов и тренеров. Один из них – Анатолий Лоханов. Спортивный праздник состоится на стадионе «Строитель» 20 января в 12 часов. Марина Антуганова, Юлия Пак. Наше время.